Всем привет, друзья! С вами я, Тумка, и добро пожаловать в Майнкрафт! Сегодня со мной будет Вортифайр и So Cute. Всем привет! Здарова, ребятушки! Как вы, возможно, уже поняли по названию этого ролика, сегодня последует рубрика под названием «Один спидранер против двух охотников». Два охотника — это So Cute и Вортифайр, а спидранер, понятное дело, это я. Ну что же, я думаю, можно уже, в принципе, начинать или что? Да, мне тоже так кажется, но сначала, друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику, потому что я впервые записываю с вебкой на втором канале. А если вы не знали, что у меня есть основной канал, то там я снимаю ролики каждый день с веб-камерой, поэтому подписывайтесь, ссылка есть в описании. Ну что же, сегодня будет рубрика, как я уже говорил, какая? Спидранер против охотников. А моя задача в чем? Моя задача как спидранера — это пройти весь Майнкрафт, а задача этих охотников — мне как раз-таки помешать. Что у вас есть? У нас есть компас. И что вы все показываете? Да. Так, не очень хорошо получается, окей, я уже спалился, да, получается? Ну да, мы будем знать постоянно, где ты находишься, это нам поможет тебя уничтожить. Ну вам ничего не поможет меня уничтожить, вам Бог только поможет. Ладно, ребята, мы готовы начинать, если что, смотрите, как мы начинаем. Я, значит, вас один раз ударю вот так вот кулаком по лицу, и это будет знак того, что я начинаю бежать. А у вас будет 5 секунд постоять, подождать, а потом бежать за мной. Окей, хорошо. Ух, я немножко волнуюсь, друзья, но надеюсь, все будет хорошо. Окей, так, лайк попросили поставить, комментарий попросили поставить. Оп, раз ударили, побежали. О, май гардабл, главное не умереть. Сколько у нас там секунд осталось? У нас там... Я не знаю, ты засекал. 15 секунд осталось, 20 секунд осталось еще, 20 секунд еще постойте. 20 секунд, все, давай, дерево добывай уже, какие 20 секунд, ё-моё. 20 секунд еще надо постоять. Так, ладно, друзья, я волнуюсь, потому что я впервые записываю что-то подобное, они где-то там за мной гонятся, но я постараюсь их победить реально. Да, самое главное там, это его. Самое главное далеко его сели не отпускать, потому что потом его просто-напросто нигде с тобой не найдем. Он может потом как закопаться там или еще чего-то. Ну, да нет, закопаться, да? Я закапаться не собираюсь вообще. Мне это нафиг не нужно. Я планирую просто выиграть. Мне закапаться для этого не обязательно. Ну да, да, пещеры. Кому они нужны эти пещеры, да? Руды, железо, камень. Блин, на самом деле ищите меня вы, но мне больше интересно, где вы находитесь. Раф, обернись. Если обернись, не говори так, боже мой, это... мое страшное, что можно сказать? Что только что произошло, друзья, вы это видите? Хорошо, окей, все в порядке. Все спокойно, все хорошо. Так, мне уже интересно, что он там... О, я вижу дерево срубленное. Так, он здесь был, я понял, хорошо. Так, тут какая-то пещера. Он, видимо, чуть не упал в каньон или что? Я не знаю. Самое интересное это то, что, друзья, я даже если буду шифтовать, меня это не спасет, потому что они знают, где я нахожусь. И я неспроста решил записывать ролик с вебкой. В этом ролике, возможно, я буду много молчать, потому что буду волноваться, и вы по вебке будете видеть все мое выражение лица. Но для начала мне нужно... Ты посмотри наверх. Посмотри наверх. Какой наверх? Есть сюда, у меня меч для тебя есть. Я для тебя специально подготовил каменный меч. Давай сюда. Так, ладно, давай пока не будем спешить, потому что у него там пока что ситуация получше. У него там, я смотрю, есть меч какой-то крутой, камень, железо, уголь, поэтому нужно немножко повремениться. Ну вы смотрите, у меня уже этот алмазный меч скоро будет, так что вам лучше ко мне не подходить. Далеко, держи дистанцию, 2 метра, поняли? Алмазный меч? Ничего себе, это, конечно, крутое, да. Ну ладно, я пока начну с каменного, я думаю, почему бы и нет. Да, блин, мне бы... дерево, ладно, у меня немножко проблемы тут, но я здесь не один, меня радует. Я здесь с летучей мышью, мы здесь подружимся, наверное. Ну все тогда, я думаю, можем даже не пытаться, потому что, ну, мне кажется, там уже в любом случае будет бесполезно. Так, а вы где там находитесь? Ага, Вортифайр там где-то чилит, отдыхает, я так понимаю, да? Ага, все верно. Ну ты оборачивайся почаще. Оборачивайся почаще, ладно. Я надеюсь, ребят, я смогу победить. Вы, кстати, друзья, можете в комментариях голосовать, кто, по вашему мнению, сегодня победит. То есть, смогут ли они меня найти, или же я все-таки смогу сегодня пройти Майнкрафт так, чтобы они меня не тронули. Я постараюсь, конечно, я все для этого сделаю, хотя для меня это будет впервые, я никогда ранее такого не делал. Сюда! Не понял, подожди. Сюда, Леха! Да ё-моё! Не понял, это что за приколы еще, Ворти? Какие приколы? Нет приколов, все серьезно. О, каменная кирка! Мне как раз было дерево нужно, спасибо, братан. Какая каменная кирка? Хорошо, что я с тобой там не тусовался, а то это было бы вообще как-то невесело. Они мне только что, ребята, березы подкинули, которую как раз-таки я хотел пойти добывать. Так что супер, вы как раз... Куда? Ушел. Не подходи ко мне, я вооружен, понятно? Давай, Вортикуропаточка, сюда! Вортикуропаточка, не понял, ну ладно, хорошо, я запомнил. Так, окей. У вас там какая-то движуха, я себе тут развиваюсь пока что, тут готовлюсь к сражению, то да, я смотрю, вы там уже что-то творите, да? Да, Леха пришел и решил меня бицухой замочить, у него немножко не получилось, но я немножко переживаю, у тебя там какие прибамбасы? Так я и скажу сейчас тебе тут все. Ладно, я опять вижу Леху, десантника, который опять готов на меня прыгать сверху. Серьезно, чувак, у меня железный меч, куда ты на меня прыгать собрался? А, кстати, я тут это, заспавнился, знаешь, да? Я тут спавнюсь. Серьезно? Окей, ладно. Так, хорошо. Так. Пожалуй, я иду вас убивать, потому что, ну, у меня много хп, железный меч, в принципе, я готов.
А ты уверен, что ты нас сможешь найти? Ну, по крайней мере, меня, не знаю, ну, как там вообще. Одного я уже нашел, как минимум. Второго будем искать. Ну, я чуть подальше. Блин, на самом деле, вообще, подожди, тут животные вообще есть, у меня нет ХП, у меня нет еды, вообще ничего, тут все плохо. Я не вижу ни одного животного. С этим проблемы явно есть, но насчет жизни, насчет мобов тут они есть, животные есть. Мобов я сам вижу, да, только что одного из них убил, точнее, даже двоих. Ну да, я только что тоже со скелетами сражался, но вот прям насчет животных, прям вообще ноль, абсолютно. Типа, что за бред? Меня сейчас просто скелет убьет и все. А у меня, кстати говоря, есть такое ощущение, что я кое-что очень интересное здесь, друзья, нашел. Я думаю, вы понимаете, о чем я, но у меня нет угля никакого. Ребят, вы заглядывайте ко мне в шахту, я вам подготовил сюрприз тут. Блин, заглянул. Морти, мне кажется, что тут, я не знаю, с тобой что-то не так. Мне кажется, что мы играем не 2-1, а 1-1. Да, потому что, ну, Ворти, ну что за бред? Знаете, в чем моя главная проблема? У меня компаса нет. Ворти просто решил поддаться. Ну, поздравляю. А у меня, кстати, 2 компаса, слышь. Ну, давай, иди сюда, скрафтим сундук, я тебе его благополучно передам, и все будет как раньше, понимаешь? Нет, на самом деле, Ворти просто очнулась мужская солидарность, и он решил мне поддаться, чтобы я победил. Но в любом случае, Ворти, спасибо тебе. Не за что, обращайся. Ворти, стоять! Куда ты? Понятно, значит, я тут сверху хожу, хочу ему дать, значит, вещи, а он прыгает вниз. Ну, я понял. Да подожди, тут доски есть, тихо, подожди, все нормально. Какие доски, ну, ребят, доски. Что вы там с досками делаете? Ну раз там доски, да, постойте, там доски подобывайте пока что. Я тебе не свои алмазики добуду, отличненько. Какие? Так, вот что, там... Стоп, что какие алмазы? Ты о чем вообще говоришь-то? Я, к сожалению, не могу их пока что добыть, потому что у меня нет, к сожалению, железной кирочки, но в целом, да, я нашел уже алмазы. Неплохо. Поздравляю, надеюсь, ты выиграешь. Да, спасибо. Потому что с таким тиммейтом я, честно говоря, не рассчитываю на что-то серьезное. Да, подожди, сейчас все будет. Ты понимаешь, у нас нету еды, ну у меня, по крайней мере, нет еды, у меня нет ХП, и сейчас наступает ночь. Главное, да, вы будете там на поверхности, где опасно, а я тут подобываю свои алмазики в пещере, где уже все осветлено, и здесь не особо-таки опасно. А вы продолжайте там. Классно. Продолжайте там тусоваться. Давай, Лёха, рассказывай, как у тебя дела, что делаешь? Я вот поднимаюсь наверх немножечко из этой пещеры. Наверх поднимаешься, понятно. Значит, Лёха идет наверх, тогда я пойду вниз, чтобы все-таки на него не наткнуться. И, кстати говоря, друзья, я не придумал никакой тактики для сегодняшнего ролика, как я буду именно их выигрывать, но у меня есть лишь некоторые идеи и задумки. Я просто знаю, как в целом надо проходить Майнкрафт, и поэтому я примерно прикидываю, что мне нужно делать. А вы вообще где сейчас? А, ну... мы вообще в шахте понемножечку. Тихо, какой шахте? Вы зачем в шахту спустились? Оберни. Ну, просто так. Так, ребятки, давайте вы обратно подниметесь наверх, ладно, не будете меня трогать, потому что мне это не надо. Ну, ладно, хорошо, раз так просишь, так я пока... О, спасибо, так легко было, оказывается. Так, моя задача, получается, это пройти Майнкрафт, да, дойти до энда, сначала надо пойти в ад, ну, короче, я примерно понял, что мне нужно делать, ладно, я постараюсь. Никогда я не пробовал ранее, но я постараюсь. А, кстати, у вас еда для меня есть? Конечно, для тебя, конечно. У нас для нас еды-то, в принципе, нет. Понятно. Тут еще скелеты ходят. Ну, короче, слушай, я думаю, что первое мое вложение железа будет как раз-таки в щит. Потому что он очень нужен. У него, кстати, железа, по-моему, еще не было, потому что у него ачивочки-то не было по добыче железа. Да я не знаю, железо вообще никак не найти в этой шахте. Типа, тут золото дофига, я даже алмазы нашел, а железа нету. Да ты в чат посмотри, господи, Ворти, у него есть железо. Так, окей, значит, да, ну... Железная кирка у меня уже присутствует, щит тоже, но, короче, все кроме еды, одним словом. Ну это же хорошо, это же замечательно, чем меньше у вас ресурсов, тем более хорошо это для меня. Так, погоди, Ворти, ты говоришь, где ты спавнишься, если я умру, где я заспавнюсь? Я здесь, около каньона спавнюсь. Так, ну ладненько, хорошо, я тебе поверю, сложу все вещи сюда, значит, в сундук, включая компасы, ты можешь подняться и взять его. Фух, ну что же, я тогда рискую своей жизнью, надеюсь, ты меня не обманул. Да, рискуйте там своей жизнью, все очень правильно, нет. Тихо. Опа. О! Так, я надеюсь, что, Ворти, ты... Ну, короче, не возле каньона, но я знаю, где я нахожусь, поэтому... Окей, в принципе, понятно. Терпимо, сейчас добегу. Теперь у меня есть хотя бы еда. Мобов так и нету, ни одного. Ни одной овечки, ни одной коровы. Да, мобов ни одного, это 100%, ни одного. Ладно. Зато тут 350 скелетов и один зомби. 350 скелетов, отлично. Нифига себе. Я думаю, знаете, чем занимается Соу в это время? Он 70 скелетов считает. Ну, я так на глаз прикинул. Ну, Ворти, я так полагаю, не нужен компас. Он вообще его не хочет забирать. Подожди. Я просто подняться пытаюсь. У меня блоков, блин, знаешь сколько? Мало. Не, Ворти, он как сувенирчик. Знаешь, есть такие сувенирные магазины, где можно сувенир покупать.
Где можно компас купить? Да, сувенирный компас можно купить. И мы так компас на память дали, так сказать. Блин, нифига себе, сколько тут алмазов. Так, Ворти, у тебя что по счету? У меня по счету... Сейчас я уже скрафчу. У меня вон там вообще железо переплавляется. Тихо, ты не переживай, не переживай. Железо у них там переплавляется. Ладненько, Ланя. Вы там переплавляете свое железо? Да-да-да. Мы переплавляем. Я надеюсь, ты там уже скоро в ад отправишься, пока мы тут только железо свое первое переплавляем. Кстати говоря, о, спасибо, что я чуть не забыл про ад как раз таки, да. Надо будет и туда отправиться. Но сначала, блин, ребят, у меня жесткая проблема. Я вот прям откровенно вам скажу. У меня жесткая проблема, что в этой пещере нет еды совсем. Чуть не умер, понимаю. Криперы тут довольно сильны. Так, ну блин, ну я не знаю, но без еды это очень трудно будет. Просто, типа, ну, челлендж для нас, скорее, а не для себя. Я тоже не понимаю, а тут вообще где-то есть животные? Почему я в шахте овец не нахожу, например? Что это? Вообще, вот это самое странное, понимаешь? В шахте не найти овцу, я вообще не понимаю, что за бред. Да-да-да, я скоро, мне кажется, я не от вас умру, а от голода, честное слово. Ну так, я уже, мне пришлось уже так умереть, честно говоря. Хотел вообще без единой смерти, но вот... Пришлось. Не, ребята, это мне нужно без единой смерти, а вы, в принципе, можете умирать сколько угодно раз, и все, в принципе, без проблем, боже мой, в этих шахтах так много пауков, что я не знаю, как уже с ними справляться. Ну, ты же понимаешь, если ты умер, ты проиграл, да? Я понимаю, поэтому я не умер, я живу, так сказать, как минимум память обо мне будет вечно. Так, ладно. Я думаю, без еды он долго не протянет, поэтому мы можем даже с тобой не напрягаться, можем просто с тобой сейчас выживать. Дом построить, может, какого-нибудь, может, ферму сделать, там. Да, можете дом построить. Построить дом, отлично. Отлично. Ну да, да, почему нет? Выживание в Майнкрафте, летсплей без модов, отлично, ванильный Майнкрафт, мне нравится. Ну так мне тоже, мне кажется, это вполне себе... Так, ладненько. Здорово. Аккуратненько, давай, хоть бы получилась моя задумка. Отличненько, так, все, я ничего не говорю. Так, все в порядке. Ух, ну что, друзья, у меня пока что все довольно неплохо, как у вас? У меня пока что плавится железо для того... Все очень плохо, друзья, все безумно плохо, все безумно-безумно плохо. Так, ну, я так полагаю, что сейчас мы с тобой выиграем, Ворти. Нет, не бывает такого, пожалуйста. Боже, ребята, вы это видели? Я чуть не обделался, это было очень страшно. Мы не видели. Что случилось? Ну-ка, расскажи-ка. Короче, что случилось? В мою шахту ворвался гопник, разбийник, так сказать. Он пытался меня убить, слава богу, у него это не получилось. А, значит, это был я, потому что я немножечко по компасу путешествую. Не-не-не, это был не ты, ты что, это был не ты? Да-да, ну я сейчас тебя найду, подожди, где ты там, а? Ух, слушай, окей. Ворти, а ты броню себе какую-нибудь сделал? А я вот себе уже железку делал, подожди. Я понял, ну давай. Все железо. Где там алмазы? Раф, отдай алмазы, пожалуйста, а? Не, вы главное к моей шахте не приближайтесь, пожалуйста, алмазы, они только мои. А, подожди, так ты их добыл, нет? Я их не добыл, у меня железной кирки еще нет. Да не в смысле, у тебя есть железный... Да господи, что ты его слушаешь? Его железо там, наверное, уже навал, он, наверное, там уже его разбрасывает налево и направо. Да не, реально, типа, я просто еще не скрафтил железную кирку. Не, вот давайте вот честное слово, я вам скажу честно, у меня, клянусь, нет железной кирки. Вот честное слово. Ну, ты веришь, я нет. Я клянусь. Честное слово. Ну, это что-то как-то неправдоподобно, понимаешь, неправдоподобно. Он, наверное, хотел сказать, я честное слово вас обманываю. Не-не-не, да, честное точно. Слово, у меня нет... О, кстати говоря, но вот еще одно честное слово, у меня кажется... Вау! Ладно, забейте. Приручите животное? Это, а, это... он наружу, он бегает, он волка нашел. Ничего себе. Это я так, для себя другана нашел, а то мне одному тут скучно бегать, а вы, блин, скучные, я решил нанять себе какую-нибудь другана. Ну, короче, мы знаем теперь, на кого нападать в первую очередь, когда мы найдем тумбу. Даже не один, а два! О, в смысле, много. Так. Ладненько. Ну что, друзья, мы продолжаем, мы не останавливаемся. Мне нужно сделать что? Правильно, вы сами понимаете, судя по тому, что я сейчас взял в руки, что мне прямо сейчас нужно сделать. Нужно взять, во-первых, вот это, а во-вторых, мне нужно еще кое-что другое сделать. И я для этого сейчас буду отправляться в небольшое путешествие. Да, приходится спойлерить немножко ребятам, но они все равно не знают, где будет мое путешествие, правильно? Не знаю. Но... Где будет наша... Да, а компаса-то у нас нету, да, хочешь блин, сказать? А, давай, грызи его, песик, молодец, какие у меня хорошие песики. Компас грызть, зачем? Не надо. Да, я думаю, он еду уже нашел, но, кстати, если он нашел еду, это хорошо, что она хотя бы здесь есть, потому что, честно говоря, я уже был прямо уверен, что ее здесь не существует. Ну, я чуть не умер от голода, но это стоило того, как минимум. Подожди, он серьезно только железную кирку сделал. Да, по-моему, я же говорю то, что я только что железную кирку сделал. Но я сразу ему поверил, правдоподобно, чувак, как бы говорил. Я сразу ему поверил, говорит. Понял, как понял. Бы да. Поверишь, напишешь, как говорится. Ладно, хорошо, давайте посмотрим, где здесь есть еще какой-нибудь песик, потому что, так сказать, чем больше друзей, тем лучше. Песик самый верный друг человека. Давай, опа. Еще один песик! А, ребятки, ну вы сами понимаете, я вас даже не буду грызть, понимаете? Вас грызть мои собаки будут. О, я его вижу. Ты его видишь? Э.
Это шутка. Еще купились, да? Ну, слушай, я поверил, хотя я видел, что ты в пещере. Так, я данная ситуация напрягает, друзья. Нам нельзя останавливаться на одном месте, нам нужно срочно бежать, друзья. Срочно бежать, нельзя останавливаться. Все, бежим, собаки, за мной! Пёсели, за мной! Так, стоять, я что-то как-то немножко сейчас забоял, честно говоря. А, я вижу какую-то... Так, я здесь факел лично не ставил. Ребята, поэтому... вы это видите? Ребята, вы это видите? Обалдеть! Так, тихо, не-не-не, ребят, все в порядке. Так, быстренько, вот это надо сделать. О май гад, что сейчас? Нет, все в порядке. Слушай, а чем она ему так особо поможет? Я думаю, что это кузница, еда, очень много еды. О май гад, о май гад, вы даже не представляете, что я прямо сейчас нашел. Ладненько, все, друзья. Я чувствую себя каким-то лохом, честно говоря. Там Тумка что-то находит, а я просто такой бегаю, рыбу убиваю, чтобы какая-то еда вообще была. Подожди, сейчас все будет. Вортифайр просто делает уже кое-какой себе план тут, подготовочка. Соу подрабатывает рыбаком, судя по всему, а я тем временем убиваю коров. Так уж и быть, вам скажу, что я делаю. А что у тебя коров? По броне? Ничего себе. У меня по броне все очень хорошо, отлично даже, я бы сказал, замечательно, просто супер, это прям то, что мне было нужно. Так. Хорошо. Айс Бакет Челлендж, да, я решил водичкой облиться. Знаете, так, такой стоп. Челлендж очень популярен на Ютубе. Вот я решил его испробовать в Майнкрафте. Пам! Вот я вижу там какие-то постройки небольшие, какие-то березовые доски. Чё? Я чуть не понял, это что такое? Тут кто-то пробегал, если что. Фух! Тихо. Я выкапываюсь лично, Ты до сих пор в пещере, что ли? Ну я железку себе делал. Блин, ну ты красава, конечно. Я уже за 39-е царство улетел оттуда. Ну подожди, так. Я сейчас его догоню, у меня просто читы. Вот, я по секрету вам расскажу. Так давай, сказать. Давай, догонишь, ну, напишешь, давай. Как говорится. О боже мой! Нет! О боже мой! Что я сделал? Что я только что сделал? Боже. Если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, напишите этот тайминг в комментариях. И очень лютые ха-ха-ха, просто лютый ор. Безумно лютый ор. Я чувствую, что он сделал мазную мотыгу или что-то такое. О боже мой, что я сделал? Я все сломал нафиг, посмотрите, что... Почему я ни с чего не смеюсь, Ворти? Почему ты меня не смеешь? Я не понял. Почему только он радуется? А я что, должен быть Петросяном, чтобы я тебе тут шутить шутки? Божечки! Ну, можно и так. Так, хорошо. Надо сохранить одну штуку. Так, боже мой, что я сделал? Ребят, если вы досмотрели до этого момента, пожалуйста, запустите ор в чате, потому что я уверен, что вы пипец как сейчас нахохотались от того, что только что случилось. О боже, ладно. Эх, Ворти, мы с тобой этого не поймем. Я вам потом объясню, вы так орать будете, вы даже не представляете, что я сделал, просто трэш. Ладно, окей. Окей. Так, ладно, ну я, в принципе, выдвигаюсь на охоту. Ворти, ты где находишься? Я бегу по компасу бегу. Сейчас, наверное, уже буду догонять его. Вот, я тебя вижу. Здорово. А, подожди. Здорово, ты что тут делаешь? Я тоже, что и ты, скорее всего. Так, слушай, у тебя еда есть? Нет, а у тебя? У меня есть, но я тебе ее не дам. Отлично, спасибо. Да ладно, на, я вот что, и жадный, пообщались. Да. На, держи тебе, так сказать, раз и еще один раз. Вот, ты что, жареная? Нифига себе, ты, конечно, крутой. Самое лучшее, слышишь, для тебя как раз как бы приготовил. Для друга, как говорится, не жалко. Так, ребят, ну вы же проигрываете или что? Я уже устал. Ну ты уже, не, ну подожди, ну ты в аду уже был? Я в аду, да, я уже эндердракона убиваю. А, подожди, я понял. Да, я уже Майнкрафт прохожу, друзья, все, спасибо, всем пока. Расходимся. Слушай, у меня хорошие новости, Ворти. Я нашел нам, так сказать, чем можно будет подкрепиться в тяжелые времена. О, нифига себе. Тяжелые времена, мне кажется, у вас уже наступили, ребят, так что можете уже подкрепляться. Я думаю, что что-то есть в этих словах, поэтому так и сделаю. Я лично не спешу, главное, вот тише едешь, дальше будешь. Как говорится... Там случайно ничего не видишь, а? Подожди. Ребят, как говорится, работа работой, а еда по расписанию. Я, кстати говоря, вижу одну чупакабру и даже две на самом деле, и это меня не радует. Так... Я плавлю лично еду. Я все равно никуда не спешу. Так, Тумка уже делает себе железную брю, поэтому ты там это самое, Ворти. Если вдруг ты его найдешь, то можешь как бы, ну, действовать. Да не, вряд ли он меня найдет вообще когда-нибудь. Блин. Ты же понимаешь, что я могу охранять этот портал, он просто в ад не уйдет. Так, а может он супер спидранер, он сделает из озера лавочку, допустим, на свою кофе. Да, братан, я натренировался уже, не переживай. Сделаем тебе все, что захочешь. Итак, я тем временем иду крафтить себе кое-что очень полезное. Мотыгу. Да, алмазную мотыгу, потому что я фермер по жизни, на самом деле, друзья, вы, может быть, не знали, но в душе я фермер. Я люблю добывать мясо. Мясо? Ничего себе, ты крутой. Так, у меня есть мясо, у меня есть рыба, у меня есть два вида мяса, еще один сырой.
Плюс у меня есть рыбка, так что, ну, слушай, ну, это балдеж. Все, я насчет еды не переживаю. У меня тоже есть очень много мяса. Я, кстати, уже выдвигаюсь за одним молодым человеком. Тут спидранит немножечко. Давайте, выдвигайтесь, господа, так сказать. Приходите в гости, так сказать, пообщаемся, подружимся с вами. Ты будь осторожен, Ворти, у него миллионы псов, поэтому... У меня миллионы псов, которые меня поддержат, так сказать, верные мои друзья. Так что, знаете, как говорится, они за мной будут стоять горой. Так что, прежде чем ко мне приближаться, вы сначала это самое... С ними-то поболтайте! Так, давай, гаси этих псов, давай, 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 давай! Кого псов мы гаси? Отлично, все! Все уничтожены! Побежали, побежали, побежали за ним. Так, не все псы уничтожены, осторожнее, простите, собачки. Простите, собачки, вы не на той стороне медали. Так. В смысле, что за читы такое? Ну вы там, ребята, посидите пока что, вы там сидите, я немножко покатаюсь. Ё-моё, я что за предательно, пока я сел в эту лодку? Подожди. А чё за бред? Я не могу сесть в лодку. О, отлично же! Так подожди, а серьезно? Какого черта? Так это что же нечестно. Что же в этом плохого, братан? Я застрял в блоке! Я застрял в блоке! Чисто мне фору пацаны дают. Спасибо, парни. Ну, вообще так не было задумано, но ладно, считай, что это фора, реально. Это импровизация. Я поплыл за ним, я уже. Ну ты поплыл, братан, мы это знаем, ты поплыл, окей. Куда ты поплыл? Так. Кувшинки тут не ломаются, лодки в этой версии? Кувшинки ломаются, лодки в этой версии, не знаю, что ты сказал, но да. Кувшинки ломается лодка? Наверное. Проверь. Так, ребята, мне кажется, пора устраивать экшен. Сейчас я его найду, я вот чувствую, что я прямо сейчас его найду. Мне кажется, что я тебе даже помогу в этом. А ты смог в лодку-то сесть? Ну да, я уже... Так, смотри, подожди, так я у тебя прям на хвосте уже, ты чё? О май гад, был! Что за жесть происходит? Так, быстренько, друзья, быстренько надо это сделать, максимально быстро, потому что времени осталось совсем немного, нужно, так сказать, действовать максимально быстро, сообщать. Так что, ребят, я вам буду сообщать очень часто о том, как я вас убиваю. Вы где вообще? Ага. А ты? А мы где-то тоже гуляем тут неподалеку с моими братанами. Пса, они будут в моей душе, понимаете? Вы, может быть, их убили, но они будут со мной в моих сердцах всегда. Понятно, ну да, понятно. Хорошо. Хорошо, без проблем. Опа, здравствуй. А ну текайте отсюда. Здравствуй, золотая броня, ничего себе, чё, какая-то крутая. А ты чё, цыган, иди сюда, цыган. Нормально, отстаньте от моей брони, блин, друзья, мне надо выиграть в этой игре, действительно, мне нужно выиграть, поэтому надо, главное, реализовать мой план. У меня есть один определенный план, но для его реализации потребуется некоторое везение, как минимум, а как максимум, чтобы от меня желательно отстали эти парни. Так, ладно. Так, давай ему Ворти, ну что, у тебя нету лука, там стрел или что-то такое? Да, конечно, откуда мне такое брать вообще? Да, почему нет? Ну, так, смотри, он сейчас опять сядет в лодку, поэтому будь готов. Опа, он меч выкинул. Блин, ребят, я теперь без меча, как так-то? Так, мне кажется, тут явно что-то не так. Так, ладно, все, мчим за ним, короче. У него есть лук! Откуда? Так, да ладно, окей, сейчас, смотри, сейчас, короче, один мув сейчас попробую сделать. Опа, деревня! Один мув, говорит, сделаю сейчас. Сделал мув, как говорится. Я пытался сесть к нему в лодку. Хороший мув, ребят, мне такой мув вообще зашел, если честно. Так, тут есть деревня, кстати, о которой мало кто вообще слышал. Опа, и чё, и давай, иди сюда. Так, привет. Ну, я ему дал плюху, так скажем. Так, я за лодкой стою. Хватит мне плюхи давать, пацаны. Ну, сколько можно этих плюх мне давать? Хватит. Ну, я думаю, пока ты не умрешь, мне будет достаточно уж пройти, поэтому... Так, ладно. Окей, это, блин, деревня, я хочу залутать, ребята, дайте мне залутать, он пожалуйста. Он уплыл куда? Он же уплывает, Ворчи, ты чё меня обманул-то своим неправильным видением вообще в ситуации? Я подумал, что ты его нашел, а вижу, он плывёт, блин. Неправильное видение ситуации, пацаны. А ты чё мне веришь вообще, я не понял. Ну да, своя голова на плечах же есть, правильно, да. Я-то сейчас залутаю деревню, подожди, сейчас я деревню залутаю и тоже за ним погоню. Ребят, никогда не доверяйте Ворчи, у него всегда свое видение ситуации. Да, так ладно, все, короче, я все-таки попытаюсь его догнать. Мне кажется, шансов у меня в PvP с ним побольше. Но, правда, если он свой лук уберет, конечно, самый лучший. Не, так, Морти, лук мне куда помешает лук? Твоя помощь, конечно. Потому что мне кажется, что все. Почему-то сейчас я свои шансы уже оценю поменьше. Братан, ну ты же знаешь, да, то, что я готовился к этому. У меня стрелы, лук. Ты просто не выиграл в этом бою. Ну. Ладно, хорошо, пока живи, чуть позже с тобой встретимся. Я на всякий. Я понимаю, что даже если у тебя нет лука и стрел, я все-таки лучше подожду Ворти. Ну, лук, стрелы что... все-таки есть, да. Ну, не знаю. И тебе верить я не стал бы, учитывая, как ты обманул нас этой деревней. Сказал, что лутает.
а на самом деле уплывал. Ну, я понял. Так, спасибо хорошо. Огромное. Выпало 3 железа с железного голема. Я рассчитывал на 5, но нифига. Лёха думал... Погоди, ты убил столько времени, чтобы получить 3 железных слитка? Да. Ты серьезно сейчас? Да, в принципе, максимально серьезно. Лёха думал, мы играем в КСК, и он решил големов убивать. Подожди, я не могу залезть в лодку, ё-моё, почему? Ай, блин. Да, я понял. Я думал, ты ищешь что-то полезное, там, я не знаю, например, еду или что-то такое, или там, я не знаю, кузницу, алмазы, железо, что-нибудь. А ты убивал големов. Да, это тоже полезно в какой-то степени. Ну, я радует, думаю, что хотя бы голем тебя не убил, это уже что-то. Это уже плюс. Ребята, ищите во всем плюсы всегда. Да, будьте на позитиве, ищите во всем плюсы и не убивайте големов, потому что вы тратите на это много времени. Интересно, когда он уже в ад пойдет? Ему, в принципе, уже давно нужно было в ад идти, как мне кажется. Но он спидранер скорее, знаешь, так, он не особо спешит. Вот, любитель. Да, спидранер любитель, да. То есть он не строит дом, но при этом он не спешит проходить понимаешь. Не, было бы прикольно, если бы я такую базу построил бы. Не-не-не, друзья, я сейчас на самом деле хочу заняться кое-чем поделикатнее, кое-чем другим. И я не знаю, друзья, если вы поняли, что я сейчас делаю, но в любом случае я сейчас вам, ну, типа, напишу быстренько в чате. Вот это, вот этим я сейчас занимаюсь, поэтому для этого... Ты отправить забыл, друг. Не, все запланировалось. Я не намекаю, конечно, но ты там подзабыл. Все спланировано, все так и должно быть. Но для этого, блин, вот реально, ну типа нужно кое-что сделать для этого сначала. Борси, ты где находишься, дружище? Я сейчас тебя прям... О, май гад, Дабл, серьезно? Не, все... Ладно, окей. Борти, ты где находишься? Я выдвигаюсь за ним, подожди. Ты прям у него на хвосте или как? Ну, вообще бегу по компасу. Интересно, что он, чем он там занимается? Что с ним вообще? Ребята, интересно. Чем он там таким занимается? Слушайте. Блин, ребята. Сейчас ночь, может поспим? Давайте поспим, реально. Давайте поспим, ребят, погнали. Вы можете поспать, я пока побегаю, ладно, здесь. Поспи, реально. Так, подождите, у меня... Так, слушай, Борси, ты в каком биоме хотя бы находишься? Давай найдем друг друга. Блин, откуда? Темный лес, темный дуб, дерево. Да. Нашел, отлично, нашел. Так, окей, ребят, мне придется рискнуть, потому что у меня выбора особо нет. Так, полетели. Так, я так. Пока что бегу тоже по компасу. Подожди, а как ты оказался в темном лесу, если, ну я не знаю, я его пробегаю лично, в горы сейчас бегу. Что? Береги, что? Что? Обалдеть! Что это? Так. Ребята, по-моему, за этот спидран умрет. Да, если не в Майнкрафте, то сами понимаете. Так, ребят, хорошо. Во-первых, да, вот так вот. А во-вторых, это еще не все, друзья. Ребят, let's go, прыжок, бам. Полетели. О май гад, быстрее, добываем, let's go. Так, откуда? Подожди, откуда у него алмазы? А, вот я не понимаю. Обалдеть. Тоже чуть не понимаю, что свалился в какой-то каньон, где лава и куча алмазов. Обалдеть, не встать, вы даже не представляете. Ой, что я только что сделал? Так, вы даже не представляете, ребята, что у меня сейчас в жизни происходит. Я прекрасно представляю, что у тебя в жизни происходит, и сейчас я буду этим пользоваться. Давай, попользуешься, напишешь, ладно? Попользуюсь, напишу, окей, уже пишу. Окей, друзья, самое главное, это не облажаться. Сам на него не прыгай только. Окей. Так, я сейчас только бегу по темному лесу, по крайней мере. Я вижу какую-то шахту, мне стоит спускаться? Нет, не надо. Понял, хорошо. Так, пробежал темный лес, уже вижу, я не знаю, поле. Так, тихо. Полянку. Меня убить. Ты понимаешь, что свинок? Ты понимаешь, что он прям в шахте может портал сделать, сейчас в портал уйти? Не, я-то это понимаю прекрасно, но как бы мы можем помешать, как бы, ты понимаешь, да, о чем я? Я понимаю, я прекрасно понимаю, о чем ты. Ну я вот, все отлично. Прекрасно все понимаю, знаешь. Ну это хорошо тогда получается. Так, вы оба понимающие, ребята, нас это радует, это хорошо. Так, стоп, опа, я что-то вижу здесь уже-то, или что, опять заброшенный портал, или что это? Так, стоп, я вижу, подожди, Борти, ты где находишься вообще, я не понимаю. Я в дыре, в огромной. Они друг друга как... просто потеряли. Так, я вижу тут заброшенный портал в ад, и слушай, он почти достроен. Почти достроен, может мы его побыстрее... Стоп, Так, слушайте, я не знаю, как это вам правильно описать, но у меня тут невидимый паук. И, возможно, я сейчас умру, потому что я не знаю, как его убить. Тихо. Подожди. Ты что замолчал? Я не замолчал, я разговариваю, ребят, я очень разговорчивый. Спасибо за просмотр, всем спасибо, ставьте лайки, побольше, пожалуйста, лайков. Так,
Ну, итак, давай, рассказывай. У меня, ребят, все хорошо, как у вас. Короче, друзья, я надеюсь, что вы понимаете, почему я сейчас молчу и что вообще сейчас в моей жизни происходит. Вот. А, на меня, так сказать, набрелась охота, поэтому я хочу что сделать? Я хочу, чтобы от меня эта охота отстала. Поэтому скелетроны, пожалуйста, постреляйте в этого соуса. Чтобы меня, пожалуйста... Это так, в смысле, я думал, меня не видит. Я думал, я дофига скрытный. У меня, кстати, ХП довольно мало. Поэтому я, пожалуй, отойду. И, слушай, я так спокойно вообще за ним бегал. Думал, он меня не видит. Думал, он там, знаешь, там вообще, типа, не смотрит. Соу, я тебе по секрету скажу. Здорово, ё-моё, где ты, ё-моё? Здорово, здравствуй. А, здорово, ё-моё, наконец я тебя увидел. Вон он там возле портала, короче, тусуется. Тут куча скелетов. Я предлагал ё-моё, а что с мобами? А что их так много-то вообще? Да, как мобов много и они очень сильные. Жесть, ребят, что сейчас происходит просто? По крайней мере, на вас не нападают невидимые пауки. Это хотя бы меня радует. Я за вас очень сильно... рад. Так, все, погнали, короче, вон он там бегает, ходит, бродит. Ворси, давай, выдвигаемся. Я бегу за ним. Давай. Наша задача его взять и убить всего лишь-то, и все закончится. Нам он нужен живой, как говорится, да? Мы с тобой дальше пойдем пить чай, понимаешь, радоваться жизни, там, смотреть мультики, и все, хорошо. Играть на Рейдмайне, то есть мы с тобой будем заниматься всем, чем только можем. Играйте на Рейдмайне, друзья, если вы не знали, у меня есть мой собственный сервер по Майнкрафту, называется Рейдмайн. На него есть, если что, IP в описании, если вы досмотрели до этого момента. Кстати говоря, вообще, ребята, реально, если вы досмотрели до этого момента, дайте, пожалуйста, об этом знать в комментариях. Напишите какой-нибудь комментарий, я не знаю, из разряда Тумка. Блин, вот этот момент реально классный. Почему я слышал только что за... Спасибо за буст. Да, не за что. Слушай, тут 5 пауков и... Что он сделал? Так, слушай, блоки возьми на всякий пожарный себе на быстрый доступ, чтобы... У меня есть блоки. Мог переигрывать его, так сказать. Так, ребят, можете аккуратнее поставить? Я ж не могу пройти, вы нормальные? Он от крипера взорвался или что? Нет. Да, он меня чуть не убил. Нет, это я взорвал крипера, это я взорвался от крипера. А, Форти, осторожней! Так, я чё, мне нормально? У тебя хп чё, как, 2-3? Фул. В смысле, серьёзно? Да? Ля, 2-3 строчки он имел в виду. 2-3 строчки. Да. 2-3 строчки хп, все верно. Ребята, я думаю, вы все начинаете понимать вообще, к чему я клоню и что я сейчас творю, но если нет, то обратите внимание на то, что я прямо сейчас сделаю. Так. И теперь вот так. Теперь я надеюсь, я вам дал подсказку того, что я сейчас делаю. Я случайно скриншот сделал майнкрафтовский. И надеюсь, вы понимаете, что происходит. Так, окей, меня пытаются убивать, стрелять постоянно. Спасибо, скелет, за то, что ты есть. Скелеты на нашей стороне, понимаешь? И не только на нашей. Ты что делаешь? Так, стоп, у него опять лодка, так что давай. Поехали. Вылетает ОМО! Погнали. Борси, давай. Так, это что, океан, что ли? Мы сколько плыть-то будем? Плыть будем долго, ребята, мы отправляемся в далекое достаточно путешествие, поэтому, так сказать, пристегивайте свои ремни и готовьтесь к данному путешествию. Я, кстати, вижу данж, или что это слева? А, нет. Так, слушай, нам нужно как можно быстрее приплыть на какой-нибудь остров, потому что я почему-то уверен, что когда он выплывет на какой-то из островов, он будет по нам стрелять из лука. Поэтому нужно быть... Так у меня даже нет стрел, ребят, как я вас стрелять буду? Да, не знаю, камнями бросаться будет, поэтому на всякий пожарный лучше... Блин, мне так нравится вас троллить, это просто одно удовольствие, серьезно. Вы даже не знаете, когда я говорю правду, когда я говорю неправду. Но, слушай, для нас ты всегда говоришь неправду, поэтому не переживай, мы тебе никогда не поверим. Хорошо, так, я есть... понял. Подожди, опять деревня или это та самая? Это та самая деревня, я просто понял то, что наконец-то у меня появилась возможность эту кузницу облутать. Ой, в смысле нет, там, я пройду мимо нее. В смысле там нет кузницы? Там в прямом нет кузницы. Блин, это печальная новость, конечно же, ну Соу, ладно. Там дельфинов видишь? Ну, они сейчас тебе скорости должны придать. Так, я понимаю, я это уже наблюдаю. Дельфинов каких-то не... А я вообще не знал про эту уязвимость Майнкрафта, дельфины. Магия воды на нашей стороне, понимаешь? Весь мир на нашей стороне. У них элемент воды, блин, который... А мне нужен элемент огня, у них элемент воды. Смотри, на F5 можешь найти, увидишь, как меня дельфины помогают мне. Видишь, да, нет? Реально, а в смысле, они тебя ускоряют? Да. Нифига себе! Так, а ну-ка замедлить. Теперь замедли давай. Иначе сейчас начну стрелять в тебя. Стрелять на поражение буду. Стой, по дельфинам только не вздумай стрелять, они ни в чем не виноваты, они просто жертвы обстоятельств. Жертвы обстоятельств, понятно. Так, окей, хорошо. Почти приплыли, друзья, почти приплыли. Интересно, насколько долго он может так плавать? Как вы думаете? Не знаю, пока мы не сдадимся, мне кажется. Пока вы не сдадитесь. Ребята, они же даже не понимают, что сейчас происходит, да? Вот по факту, мне кажется, они даже не понимают, что сейчас происходит. Ребята, вот вопрос к вам реально, а вы понимаете вообще, что сейчас происходит? Конечно. Кто? Не знаю. Понял? Ну ты, конечно, переиграл его. Ну поймете, напишите, как говорится. Так, все, дельфины, огромное вам спасибо. Так, я вижу озеро лавы. Спасибо, что прокатили с вас 5000. Так, скелеты, простите. Давайте в следующий раз как-нибудь.
В следующий раз как-нибудь погуляем. Я тут с петушками погулять могу, кстати. Блин, вы моих собачек за что убили, а? Они такие верные были. Так они на нас сами набросились тоже, когда... Вот мы одного ударили, сразу все на нас. Ну и мы решили их как бы... Одним махом, так сказать. Слушайте, кстати, вопрос на засыпку. Эндермены, они моргают? Эндермены моргают? Вроде как, да. Я смотрел только что, я не понял, мне показалось, или он реально моргнул? Если 5 секунд на него посмотреть, он будет моргать, проверь. А, да, да? Ну, блин, извини, я уже его пробежал, поэтому... Хорошо, ну, в следующий раз обязательно проверишь тогда. Борти, тебе нормально пробегать через орду просто мобов? Да нормально. Нам нужно его загасить, блин, выезжаем, ё-моё. Да реально, сколько мы уже не можем его убить? Мы скоро так реально уже, мы скоро майн пройдем, а не он, поэтому давай поскорее там уже... Так, слушай, а он... Погоди, там, по-моему, есть еще один разрушенный где-то портал недалеко. Я самый тупой человек на этой земле. Так, погодите-ка. А, он, кажись, прикинь. А прикинь, если он далеко так бегал, чтобы найти какой-то обсидиан. Он блок не скликнул. Да, и поставил его не то, куда надо. Так, Борти, осторожней с этим скелетом. Да, он не туда блок поставил. А ты бы все равно с плачущим обсидианом не зажег бы портал. С плачущим он не зажигает. Серьезно? Да. Я про это даже не знал. Понятно. Ничего себе. Тумка переиграл самого себя. Понятно. В любом случае, на этом еще не все. У меня всегда есть, ребята, запасной, как говорится, козырь в рукаве. Поэтому не переживайте. На данный случай тоже что-нибудь да придумаем. Называется импровизация, мой второй козырь в рукаве. Ну все, да, короче, следующая станция — это смерть, поэтому может быть готов. Следующая станция конечная, да? Да, конечная станция, так сказать, поэтому... Можешь, в принципе, уже даже и не бегать, потому что... Я бы, например, не видел смысла. Так, хорошо, я тоже не вижу смысла, я не понимаю, почему вы все еще бежите, вы же проиграете. Да иди сюда, подойди, пожалуйста. А что вы такие скоростные, а? Ну, у нас магия воздуха. Магия воздуха, блин, все элементы переиспользовали сегодня. Ну да. Так, ребятки, ну ё-моё. Можете подтолкнуть как-нибудь? Да, если бы меня, я бы еще не стопорился, знаешь. Так, Ворти, а ну-ка, остановись на секундочку, и ты полетишь просто... Ладно. Понял. Они там друг друга фигарят. Ладно, полетел. Ну ты полетишь, напишешь, а я тем временем... Блин, где эта гребаная лава? А, ты же пробежал, я же говорил, что там было озеро лавы. Но ты все равно что-то не умеешь, насколько я знаю, делать такие порталы. Понятно. Понял, принял. Ладно, ребятки, я поплыл, до свидантис, так сказать. Мне надо найти кое-что. Кое-что, кое-где. Кое-что, кое-где, для кое-чего, чтобы... Чтобы убить кое-кого, да. Да, и кое-кого убить. Ну, в принципе, слушай, мы, по крайней мере, не так далеко от тебя оторвались. Поэтому, так, дружище, это ты с какой целью поставил? Короче, ребят, давайте договоримся с вами так. Давайте вы по одному будете на меня нападать, и мы с вами про ПВПшимся. Ну нет, как бы... Ничего, если ты придумал какой-то вообще смысл. Так, давай-ка. Ворти, слушай, может ты... А, ну я... До свидания, Ворти, я понял. Значит, ты у нас находишься в Казахстане, так называемом. И чем поэтому, здесь Казахстан? Поэтому, я думаю, придется мне... Причем здесь Казахстан вообще? За что Казахстан, ё-моё? Ну, Казахстан просто очень далеко от меня, поэтому я так сказал лично. Ничебупели себе! Ничего себе, он мажор, слышь, он ставит железную руду, блин, по своему вместо блоков. Ничего себе тут яма. Крутой. Ничего себе тут. Так, ребята, хорошо, план Б. Друзья, вы готовы? Конечно. Вы готовы, дети? Ребята, у меня появился план Б. Я не знаю, если он сработает, но я очень сильно на него буду надеяться. Я, кстати, не знал про то, что типа этот плачущий обсидиан не поджигается. А зачем он тогда вообще там есть? Ну, не знаю. По приколу. Вот так вот. Я выезжаю. Ты я самый вот... быстрый майнкрафтер, мне кажется, за всю историю вообще, как бы, прохождения, понимаешь? В чем прикол плачущегося обсидиана, если его нельзя поджечь? Его нужно сломать, получается? Да. Ты что, не знал? Не знал. Ну вот не знал, вот я же говорю, так я никогда не... Так это классика. Я никогда не выживал на этой версии, откуда мне знать было? Ну вот, будешь узнавать потихоньку. Блин, ребят, это будет гораздо более затянуто, чем я могу себе представить. 40 минут, ребята, мы даже в ад не попали. Вы понимаете, что эта серия может длиться 24 часа челлендж какой-то будет. Зато напряженная будет в конце, когда, знаешь, уже играешь там уже час и не хочешь проигрывать, а потом бам! И какой-то вортифайр, как бы тебя убивает. Не, ребятки, такое произойти не должно. Так, а вы там, кстати говоря, где потерялись? Что-то я вас давно уже не вижу. А я ждал моего лучшего, как бы, тиммейта, Вортифайра, чтобы бегать вместе с ним, и поэтому мы тебя уже даже не видим. Поэтому можешь не переживать. Понял, ладненько. Ну я тем временем тогда, друзья, продолжу свой план. Я не знаю, получится у меня это или нет, но я надеюсь, что вы меня хотя бы чуть-чуть доверите.
Так, мне тем временем нужно... Мы в тебя вообще ни капельки не верим. Понял, вот так, они, слушай, настоящие друзья. Каньон какой-то. Так, ну его там нету. Это хорошо. Это хорошо. Они так, в каньоны какие-то за спиной? Там залезли. Ты опять куда тут встал? Вообще не понимаю. Ты что, странный какой-то или что? Я странный. Мне интересно. Мы никогда его не убьем, если ты будешь так бегать. Отлично же, замечательно. Что в этом плохого? У меня еды, потому что нету. А почему? Закончилось. А, я понял. Я думал, что началось. Да ты догоняй его. Сейчас я вас это догоню. Вот. Понятно, как говорится, догонишь, напишешь. Так сказать, один охотник против одного спидранера. Все нормально. Ничего не изменилось с начала этой игры. Ладно. Так, полетели. Так, ладненько, хорошо. Допустим, мы на время приостановим бесконечную погоню за Тумкой. Я думаю, можно начать с того, что нужно добыть себе блоков. Добыть себе блоков, кстати говоря, вполне себе, в принципе, неплохая идея. Особенно, если это будете делать вы. Это хорошая идея. Так. Да уж. Блин, ну как в этом мире вообще находить лаву? Тут лавы нигде вообще нет, у меня гореть начинает. Я натыкался 100 тысяч раз примерно. Он издевается надо мной. Просто надо мной издевается. Ладно, хорошо. Я надеюсь, что я найду эту лаву. Я отправлюсь хотя бы в этот бедный ад. Или они пытаются впервые меня в ад попасть, я не понимаю, что вы делаете? Ну, слушай, попадать впервые тебя в ад, мы не настолько как бы профессионалы, чтобы делать тебе там какие-то ловушки и тому подобное, потому что все равно ты ж не заспавнишься точно там, где мы, если мы в разных порталах. Это верно, но я рад, что у вас есть здравый смысл, так сказать, здравый ум. И мозги. И мозги, да. Да. Поэтому так. Нам нету смысла тебя нам проще тебе помешать отправиться в ад, чем самим пытаться в него попасть, чтобы там тебя уже убило. Ну, как вы мне не верите, так я вам не верю, поэтому на всякий случай перестраховаться все-таки стоит. Так. И как ты перестрахуешься в этом? Как я перестрахуюсь? Ну вот как встретимся в аду, я вам объясню, я вам расскажу тогда. Ладно. Почему нет? Слушай, а что будет с компасом, если ты отправишься в ад? Типа, он собьется? Я не знаю, наверное, он вам покажет, что вы проиграли, и вы можете вылипать уже из игры. А, ну, неплохой вариант, конечно, да, мне понравился. Блин, ну вы шутите, реально, это самый-самый в моей жизни долгий поиск лавы, пожалуйста. Можно лаву найти. Так, короче, меня только что волк обманул на кость, я думал, он будет моим другом, а ему мало, значит, типа, слишком дешево одна кость, и в итоге мне эту не косточки, эх, не друга. Так, а, кстати, я вижу камень, тут пробегал некий ютубер. Камень? И что за не, камень? И это даже был не Ворти, поэтому вы понимаете, о ком я? Я лично не понимаю, можно мне объяснить? Тебе нельзя. Понял, принял. Ладненько, хорошо. У меня появилась все-таки, ребята, тактика моя, да? У меня появилась теперь фирменная личная тактика, которой я сейчас буду придерживаться. Как говорится, у меня была тактика, которой я придерживался, да? Так, удачи в выполнении. Спасибочки Мы большое. Мы постараемся тебе помочь. Поможешь, напишешь. Окей, ладно. Так, давайте мы с вами что сделаем? Блин, вот мне по-хорошему нужно найти не вот это все, а что-то поинтереснее. Ну как? Как это сделать, друзья? Ладно, придется, видимо, вот, побегать. Слушай, у тебя, по крайней мере, такие проблемы, как у меня, потому что, например, ну, у меня есть тиммейт, знаешь, может, слышал, Mortifier. Короче, я, ну, его не вижу, считаю, уже будто целую вечность. Я чувствую себя, как бы, в опасности без... Я тоже чувствую себя в опасности прямо сейчас, если честно. Но, ребята, как говорится, помянем, все переживем. Раф, ты случайно не пробегал чисто поле? Чистое поле? Чисто поле. Так он тебе и ответит. Ты серьезно? Ты спросил его, пробегал ли он поле? Пробегал ли я поле? А что за поле интересное? Чудес. Поле чудес? Поле чудес. Да. Здорово, ё-моё. Так, ребят, стоп. Это какое-то безобразие. Мне максимально сильно не везет. Я не знаю, если кто-то досмотрит этот момент, но, друзья, если вы все еще смотрите, я вам скажу, я буду стараться, я буду биться до последнего, просто у меня может получится, может не получится, но я буду биться до последнего. Как туда попасть, лол? Я видел там спуск, но это не вариант, потому что он слишком далеко, нам проще будет вот тут вот. Понимаешь, да, о чем я? Туда-сюда, ну ты понял, да? Ну Ворти. Ну по тебе, да, вот. Ну ты понял, тудым-сюдым. Тудым-сюдым, ну, разберемся. Давай, выезжаем уже, ё-моё, чё ты? Все, давай тогда. Так, подожди-ка. Компас считает, что мне стоит все-таки тут немного еще пройти. Блин. Как-то все так гладко, как хочется на самом деле. Ладно, друзья, я постараюсь. Я всячески постараюсь. Так, Ворти, сиди за компасом.
Я спускаюсь, я пока себе сделаю железную кирку новую. Быстренько сейчас переплавлю железко. Все, железо переплавил. Отлично, сейчас сделаю себе новые железные кирка. Ворти, который делает себе новые железные кирка. Понял? Сделаешь, напишешь. Сделаешь, напишешь. Я, Раф, а ты нас боишься? Я вас боюсь, есть такое немножко. А вы, кстати, там где? Вы надолго? Мы... нет. Типа, можешь подождать нас немного. Скоро. Выезжаем. Подождать вас? Слушайте, а куда у меня пропала вот эта штука? У меня здесь кое-что было, и оно почему-то пропало. Окей, довольно странно. А вы где там? Вы далеко вообще от меня? Я красивый спуск делал, а Ворси просто взял и под себя копает. Ну, понятно. Ворси, если ты упадешь в лаву, я... В смысле? А вы что, уже нашли шахту, в которой я нахожусь? Тихо. Позвонишь, напишешь. Иди Позвонишь, напишешь. Что вы там замолкли? Аж страшно стало. Так мне тоже, потому что страшно. Так, ребят, мне кажется, или они меня нашли? Мне кажется, или они эту шахту нашли? Так, если он сказал про шахту, что-то тут я уже считаю подозрительным лично, что он так сказал. Возможно, они в шахте. Я вообще не верю его ни единому слову, понимаешь? А мой, меня это так забавляет сильно, что жесть просто. Так, короче, слушай, мы ж не знаем, на какой он может быть высоте, Борзи. Ты куда копаешься там вообще? Я видел его ник, я тебе по секрету скажу. Ворти, который видел мой ник. Не, ребят, они не видят мой ник, они не могут видеть мой ник, потому что, типа, я надеюсь, вы не знаете, где я сейчас нахожусь, потому что иначе это будет экшон. Так. Ну давайте, ребятки, давайте. Я вас жду, залетайте, так сказать, в гости, а мы теперь, ребят, с вами полетели. Так, ну он, возможно, убегает уже оттуда. В смысле? Опа, ничего себе, слышь, я его нашел, слышь! Поднимайся! Поднимайся, он тут! Я случайно вообще нашел его! Вот он здесь! Слава, его ведро лавы, будь осторожен, подожди, чувак! Поднимайся! Будь осторожен! Так, осторожно! Так, он выкапывается 100%! Ау, яху! Let's go! Сюда! А ты думал, я ведро воды? Давай! Сюда! Давай, гаси его! Сюда! Тихо! Я рядом заспавнился! Ты чё? О, блин! Нет! Есть! Обалдеть! О май гад, забыл, что происходит! Что происходит? О май гад! Да, я его убил! Убил? Да! О май гад! Серьезно? Он убил меня, жив! У меня вообще сервер повис! Жесть, у меня тоже все повисло! О, боже мой, я их обоих убил! Это была идеальная тактика! Я вас просто 1v2 убил! Откуда ты взялся вообще? Как ты заспавнился около моей смерти? Мы спавнимся там недалеко, где умираем. Чего? Да, я лично спавнился наверху над шахтой. Жесть! Если бы я знал, я бы хотя бы заранее подготовился. Я даже про это не знал. Тебе нужно было застраиваться. Застроился, если бы я знал, что вы заспавнитесь там неподалеку. Подожди, ну, понятно, как ты его убил? Чем? Где ты взял оружие? Ты что, рукой его добил? Я спрыгнул, и у меня железный топор подобрался. Зараза, боже, ребята. Топор задамажит, как меч. Получше, чем меч. Это был трэш полный. Это был трэш. Ровно, ребята, 50 минут длилась эта анархия, да? Данное шоу, цирк, я не знаю, зоопарк, перезоопарка, я не знаю, как вы это еще можете назвать, но в любом случае, хорошо, охотники победили, но это было реально потно, это было жестко. Типа, ребят, ну, согласись, я вас двоих убил хотя бы вдвоем. Ну да, молодец. Я вообще случайно тебе так нашел, капец. Я чисто копаю железо, бам, скопал руду, и вижу, ты там идешь, ведром лава на шифте, я такой думаю, его нашел, давай. Я понимал, что у меня безвыходное положение, поэтому я понимал, что мне нужно с вами драться. Я ждал, когда вы придете, я подготовил тактику, лавовые ведра для того, чтобы вас убить. Я вас убил, но я не ожидал, что Ворти заспавнится рядом со своей смертью. Ха-ха. Ну, понимаешь, ну, мы тебя больше бы никогда не убили, потому что мы бы, если заспавнились на самом начальном этапе, да. Ну, я уже, если честно, подумал, что я победил, все. Я думал, что победа в моем кармане, я даже не знал, что Леха заспавнится совсем там рядышком. Но окей, друзья, если вы хотите, чтобы мы записали реванш этой битвы, то ставьте лайк. Если наберется дофигища лайков, мы наверняка запишем. В любом случае, поздравляю этих парнишек, так сказать, Вортифайр. Ну как, не Вортифайр, а скорее Соу. Ну смотри, Соу играл в начале, а Вортифайр доиграл в конце. Вот так получается. Да, ну мы с ним хорошая команда, я сразу в него верил. Действительно хорош. О май гад, друзья, спасибо за просмотр. Если я нубил, извините, я впервые такое проходил, впервые такое записывал. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на Вортифайр, подписывайтесь на Соу, ссылки в описании. Спасибо за просмотр и всем, друзья, пока-пока. Пока-пока.